нужно быстро собираться, чтобы не опоздать в школу. Ох уж этот первый класс, столько всего нужно. Ого, какой тяжелый. Неужели опять утро? Ой, рюкзак забыла. Так, это вчерашнее. А что у нас сегодня? Возьму несколько тетрадей, а учебники у кого-то попрошу. Нравится мне этот 11 класс. Алло, да какие пары? Я только домой пришла. Если преподаватель спросит, скажи, что я заболела. Леона, просыпайся, ты в университет опоздаешь. У меня сегодня нет пар. Не ври, ты вчера говорила, то, что у тебя сегодня важный тест. Что ты сказала? Тест? Ну да. Точно, я совсем забыла. Ладно, потом посплю, пойдем. Доброе утро. Доброе утро. Что у нас сегодня на завтрак? Конфеты и сок. А вот мой любимый завтрак. Да, девочки, вот зря вы это едите. Вот станьте студентками и будете постоянно худеть. Прям как я. Ой, нам еще до этого далеко. Ага. Ничего не далеко, особенно миле. Поэтому советую прямо сейчас думать о своей фигуре. Эй! Ладно, пойду голодная. Тебя я тоже предупреждала. Ага. Итак, проверяем домашнее задание. Амелия, отвечай. Секундочку. Ой, кажется, я еду забыла. Ладно, на первый раз прощаю. Но в следующий раз поставлю двойку. Поняла? Ага. Эй, Мила. Мила, ты чего не отвечаешь? Что? Немедленно спрячь наушники. Ты как собираешься? 11 класс заканчивать. Я по вашему предмету экзамены не сдаю. Так, Дорохов есть, Власенко есть, Иванова есть. Эй, а я в мою фамилию не назвали. А ты уже неделю как отчислена. Что? Извините. Фух, так не стоя дома. Привет, как дела в первом классе? Получила 2 оценки, отлично. Молодец, а я 3 получила. 3 оценки, отлично? Нет, просто 3. Ясно. Всем привет. Привет. Ты чего такая расстроенная? Представляете, меня сегодня чуть с универа не отчислили. Что? Как? За что? Я просто заварила последнюю сессию, но я пообещала все исправить. Да, ну и дела. Ну все нормально будет, пойдемте лучше пообедаем. Пойдем. Так, что у нас в холодильнике есть? Ничего особенного. А я могу доесть свой обед со школы. А мы что будем есть? А может вам пиццу заказать? Хорошая идея, но я коплю деньги на новый телефон, поэтому деньги на обеды не трачу. Повезло тебе, я еще на прошлой неделе потратила весь свой месячный бюджет. Понятно, ну угощайтесь. Спасибо. Это прикол. Эй, девочки, вы видели время? Вам пора спать. Вам завтра всем на учебу. Скорее бы уже в 11 класс перейти. А я уже хочу быстрее в университет поступить. А я бы лучше на работу пошла. Поверьте, на работе тоже мало хорошего. Я бы в детский сад пошел. Ой, я недавно там была. Ладно, правда, пойдемте спать уже, а то уже поздно. Леона, а ты чего не идешь спать? Какой спать? Меня сегодня пригласили на важную вечеринку. Так что не скучайте без меня. Не помешала? Нет, что ты хотела? Давай вместе что-нибудь посмотрим. Я не против, осталось только Леону уболтать. Она спит. Пойдем, не будем ее будить. Как это не будем ее будить? Леона! Леона! Стипендия пришла! Что? Где стипендия? Отлично, долго будить не пришлось. Эй, так нечестно! А как тебя еще поднять с кровати? Кстати, мы сейчас организовали киносеанс, пойдем с нами. Ну ладно.
Так, давайте решим, что мы будем смотреть. А давайте мультик. Что? Какой мультик? Что за детский сад? Вообще-то мультики и взрослые смотрят. Амелия права, но я голосую за любовный сериал. Я за ужастик. Отлично. И что будем делать? Смотреть каждое свое. Амелия, включи свой мультик на телевизоре, я включу сериал на телефоне, а ты на планшете, Леона. Все согласны? Разве у нас есть выбор? Ай, не хочешь потренироваться вместе? Спорт? Не, я еще на перемене все свои калории сожгла. Ну, как хочешь. Мила, пойдем спортом займемся. Ты что, какой спорт? Я с физкультуры через день сбегаю, а не для того, чтобы дома заниматься. Вот будет вам 20 лет, побежите в зал и абонементы покупать. О, а это еще не скоро будет. Скорее бы закончили с каникулы. Я в школу хочу, у меня столько всего нового. Алло, приветик. Да, скоро в школу. Хотя бы не забыть. Что? А нам что-то задали? Литературу на лето? Нет, не читала. Ты подумаешь, у меня еще есть время. Всего-то 20 произведений. Да, директора сейчас нет, но я ему передам. Слушаю. Ой, извините, я вам потом перезвоню. Алло, да, сейчас пришлю по почте. Кто уже закончит этой практикой? Лучше бы в университет ходила. Привет. Вы все дома сидите? А что там еще делать? Ну, не знаю. Сходите куда-нибудь. А это идея. Осталось определиться, куда мы пойдем. Я предлагаю в кино. Ой, точно не вариант. Мы один раз пытались смотреть фильм. Помните, чем это закончилось? Ладно, согласна. Предлагайте вы. А давайте поедем в детскую комнату. Нет, Амелия, это комната для маленьких детей. А куда тогда? Может, парк аттракционов? А это интересно, там всем будет весело. Я согласна. Отлично, идемте собираться. Леона, ну ты скоро? Да, уже почти закончила. Девочки, накрасьте меня, пожалуйста. Амель, тебе еще рано краситься, морщины и рано появятся. Тогда почему Леона красится? А она уже первые морщины зарисовывает. Очень смешно. Я бы на твоем месте шла переодеваться, а то мы скоро выходим. Ой, точно, я быстро. А ты не боишься морщин? Амелия, нашла кого слушать. Давай лучше я тебя накрашу. Правда? Давай. Готово, смотри в зеркало. Ого, а это не очень ярко. Конечно, нет. Ой, Амелия, что с тобой? Ты не переборщила? Амелии нравится, так что отстань. Амелия, ты где? Ой, а вот папе видеть меня не обязательно. Прячься. Девочки, а вы Амелию не видели? Мы? Амелию? Нет! Она недавно здесь была, может, в ванную пошла? Ясно, спасибо. Амелия! Чуть не спалились. Теперь мне нужно как-то незаметно уйти из дома. Ничего, справимся. Ой, что это шумит. Так нечестно, выключите музыку, я ее целую ночь слушала. Выспалась? Почти, а ты? Еще не ложилась. Мила, что здесь происходит? Я снимаю видео для ТикТока. Обязательно в 8 утра. Еще и выходной. Вообще-то, это моя работа. Совсем скоро я на этом буду зарабатывать. Ну-ну, извини, но это я конфискую, пока не высплюсь. Ну как, удалось поспать? Нет, как только я легла в кровать, поняла, что хочу есть. Будешь завтракать? С удовольствием. Приятного аппетита. Спасибо. Вау, еда. Так, заснимем ТикТок. Зацените, ребята, это мой рацион. Не корона, бро? Не корона, бро. Что? Мила, что ты делаешь? Мои подписчики любят смотреть смешные ситуации. Спрячь телефон, пока я его не разбила, юный тиктокер. Кстати, я тоже тебе советую завести свой тикток. Понятно?
А давайте все вместе посмотрим, что делает моя подруга в ванной. Мыло! Ой, кажется, нас спалили. Время медитации. О, Леона. Мила, ты опять достала. Эй, открой меня. Посиди там и подумай над своим поведением. Ребята, вы не поверите, меня закрыли в комнате собственной подруги. Как думаете, я здесь надолго? Лен, может, пора выпустить Милу? Ну, пойдем посмотрим, как она там. Тихо, может, уснула? Мила, Мила! Не просыпайся, может, ей плохо. Простите, вы такие смешные. Мила, ты неисправима, еще немного посиди здесь. Девочки, подождите, простите меня, я так больше не буду. Но есть и хорошая новость. За историю в закрытой комнате я заработала неплохо денег. Давайте потратим их вместе. Детская комната. Аквапарк. Согласна. Девочки, я в магазин. Кому-то что-то нужно? Нет. А ты можешь пойти в аптеку и купить что-нибудь от головной боли? От головной боли? Сколько тебе лет, старушка? Не переживай, тебя скоро то же самое ждет. И гематоген Амелии купи. Ты посмотри на Кузю. Да. Девочки, как я вам? Ого, куда ты так собралась? Это мой костюм на новогодний утренник. Давай угадаю, ты снежинка. Да, вам нравится? Ну не знаю, это как-то банально. Согласна. И что мне теперь делать? Не переживай. Мы сделаем себе стильную снежинку. Сначала мы займемся твоими волосами. Потом сделаем красивый макияж. И, конечно же, преобразим платье. Круто, давайте начинать. Круто, получилась какая-то дерзкая снежинка. Тебе нравится? Конечно, пойду папе покажусь. Па, смотри, как я пойду на утренник. Ты же должна быть снежинкой. Я и есть снежинка, просто современная. Ты когда-нибудь видела снежинку в ботинках и кожаной куртке? Нет. Я тоже не видел. Иди переодевайся, так ты точно не пойдешь на утренник. Ну как, папе понравилось? Ага, сказал, чтобы я переодевалась. Не расстраивайся, просто твой папа не сильно понимает в моде. Пойдем лучше отвлечемся. И что мы будем делать? Например, в игру какую-то поиграем. Ребята, а вам понравилось это видео? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!